Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Рафаэлино дель Гарбо, святой Иоанн Креститель. Около 1505 года, дерево темпера 47 на 30. Флорентийский художник периода раннего возрождения, чье настоящее имя Рафаэлло Капони, прозвищем обязан тонкости и изяществу своих ранних работ – Гарбо. Переводится с итальянского как «умение», «искусство», «тщательность исполнения». Он был учеником знаменитого Филиппино Липпи, сопровождал его поездки в Рим, чтобы помогать в работе над росписью капеллы Карафа. Сам дель Гарбо стал наставником маниериста Аньола Бранзина. Образ юного Иоанна Крестителя демонстрирует прославленную утонченность. Благодаря филигранно-тонкой манере письма и сосредоточенности на цветовых нюансах мастеру удается создать предельно нежное, исполненное искреннего чувства и чистоты изображение молящегося святого. Градация оттенков закатного неба в фоновом пейзаже вторит цветовым переходом на покрытых румянцем щеках Иоанна. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Рафаэлино дель Гарбо «Святой Иоанн Креститель». Текст по книге «Знаменитые музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Всего хорошего.